Всем привет, ребята! Мы только что приехали из магазина и посмотрите, что мы купили. Алиса у нас фанатка Гены и Чебурашки. И мы купили 9 яичек, любимый мультгерой. Ну что, Лисюня, будем открывать? Да, нам помогают вот эти. Нам помогает крокодильчик, его детки, да? Они пока стесняются, посмотри. Мне нельзя их трогать, что ли? Нет. Тут у нас много всяких игрушек, Алиса так у нас играет. Гена сам откроет, посмотри. Ну ладно, давай, показывай. Гена сам откроет. Цель у нас собрать всю коллекцию. Некоторые игрушечки у нас уже есть. Мы потом в конце вам покажем, какие у нас есть, да, Лисюня? Да, вот они уже. У нас есть Чебурашка. Ну, Алиса, кстати, шоколад такой не ест. Этот шоколад мы обычно выбрасываем. Так, у нас есть маленький Чебурашка, маленький пионер Вова. Или Вася? Вася. Вася, да? И Гена. Вот такой Гена у нас есть с перфоратором. Нет, это у него мотор. Мотор. Ну ладно, Лисюня, давай посмотрим, что нам попалось. Цветной! Ура! С кирпичиком. Посмотрите, какой хорошенький. Это Чебурашка с кирпичиком. Он строит домик дружбы. Нет, это да, Чебурашка с мороженкой. Да, вот Вася наш. А Гену спрятала. А Гену Алиса спрятала. Дело в том, что в этой серии яичек есть две версии коллекции Чебурашка и Гена. Одна версия цветная, а вторая версия не цветная, не раскрашенная. Вот таких у нас уже много, а вот такие попадаются очень-очень редко. О, ничего себе! Ой, сломала. Так, давай уберем. Ну, цветная! Ура! Здорово! Ну, здесь платы есть. Да. Кого нам нужно еще собрать? Посмотрите, какая нам хорошенькая. Нам нужно без глазок еще собрать. И с глазками. Это шипокляк держит сумочку. А из сумочки у нее торчит крыска. Крыска-лариска. Крыска-лариска. Такие детки хорошенькие у крокодильчика. Маленькие. Да, Алиса? Да. Мы только что зашли домой. И Алиса, как всегда, нетерпеливая наша. Быстрее открывать, быстрее открывать. Ой, повторюшка, повторюшка. Повторю, мы вот сюда складываем. А что это у тебя за тарелочка какая-то? Это старая тарелка. Это для повторюшек тарелочка, да? Да. Продолжаем? Я хочу, чтобы попался Гена. Не повтор. Не повтор? Ой, как хорошо. И опять цветной. Обалдеть. Ой, папа у нас молодец. Так вы хорошо выбираете сюрпризики. Все цветные. Это Чебурашка с эскимошкой. Да, пейте духа сонникову вам и даете. И бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, подарит нам в подарок 500 эскимо. Правильно. Давай следующее, давай. Почему красное? Оранжевая. Оранжевая. Почему? Еще оранжевая. Странно. Ну-ка, давай посмотрим, что там нам попадется. Ой! Новый шипокляк. Новый шипокляк. Ну, как старая у нас такая же есть. Она цветная и она какая-то необычная. Может быть, Алиса, и другой вкладыш. Это другая серия. Это другая серия. Твою поставить? Смотрите, какая она огромная. И она хулиганка. Она с рогаткой. А это шипокляк малышка, прям малюсенькая. И это за пионеры, вау! Совсем другой вкладыш. Он длинный, как полоска. Обалдеть! Ну этот вот с мамаусусы. Можно... Тоже синенький, да? Да, можно его сломать. В общем, нам продали разные серии этих яичек. Да? Класс, класс, класс. О, вот она, вот смотрите, не окрашенная. Вот не окрашенная шипокляк нам попалась. Несет тортик. Алиса, держи. Гена! Наконец-то Гена нам попался. Ну, еще и цветной. Это будет твой Гена? Это будет мой Гена, да. Вот это Гена, кстати, у нас из старой серии игрушек 2008 года. Да, это будет мой Гена. Да, и шипокляк тоже очень похожа на серию игрушек 2008 года. А вот это уже шипокляк новые. Вот это игрушки новые. А Гену покажи, пожалуйста, Лисюня. Я не показываю никому Гену. Ну, покажи. Нет. Так, все, Алиса забрала Геночек. Вот они у нее там лежат, два Гены. У
нас осталось два яичка. Одно из них Алиса уже открывает. Ген, мне смотреть нельзя. Можно хотя бы издалека посмотреть? Нет. Ой, Алиса, фанатка. Ну ты фанатка крокодила Гены. Никто не нужен, кроме Гены. Да? Неразукрашенный шапокляк. Такая же, точно. Повторю с тортиком, сюда, повторюшка, да. Мы ее кладем сюда. Да, вместе с Чебурашкой. Да, давай дальше. Последнее яичко. Я думаю, попадется оранжевый. Как апельсин. Ой, какой бардак на столе. Ужас. Давай откроем. Что же Алисе попалось? Видите, чистой шапокляк. Это шапокляк с тортиком. Да, значит, убегала. Да, то есть это не окрашенный шапокляк с тортиком, а это окрашенный шапокляк с тортиком. Такие малыши Чебурашки нам попались. И два Гены. Один Гена, кстати, какой. Вот такой Гена Алисе попался. Но она его не показывает. Алиса, какая игрушка тебе сегодня понравилась больше всего? Все. Все понравились? Но больше всех, наверное, Гена, да? Нет, всем. А тогда покажи Гену. Нет. Тогда точно только Гена. И не показывай кому Ген. Ой-ой-ой, это секрет, что ли? Да. Мама глаза замыкает. Ой, довольная. Сюрпризики открывала. Довольная. Ой. Ой-ой-ой, какой ужас. Ну, Алиса, пока-пока. Ребята, всем пока-пока. Девочка у нас в восторге. Столько ей попалось игрушечек.